Всем привет! Вот решил сегодня подкачать заднее колесо и показать, как я это делаю. Значит, у меня колеса на 28. Не трубки, а клинчерные покрышки. Покупал я их когда-то за 500 рублей. Ну как когда-то? Наверное, позапрошлом году. Made in China. .25-622 в скобках 700 умножены на 250 и накачка или как давление, которое у них должно быть, давление должно быть 100 пси. 100 пси это примерно, точно не знаю, врать не буду, ну примерно где-то 7 очков по-нашему, так сказать, по-российски, или 7 бар. Для того, чтобы накачать колесо, у меня здесь ниппель не автомобильный, а как раньше делали на велосипедах старт-шоссе, только на трубках. Я забыл, как называются эти ниппеля, надо, кстати, глянуть. У меня на велосипеде стоит ниппель, спортивный ниппель Presto. Вот здесь резьба. Здесь вот, как сказать, такая вот головка, на которой крутится гаечка. Очень тоненькая головка. Диаметр, наверное, резьбы, на которой гаечка крутится. Ну, наверное, 2,5-3 мм. Не мерил точно. Вот, чтобы накачать ниппель Presto, я использую в дорожных условиях насос. Вот такой насос. Но им качать очень долго и муторно. Так вот он. Это насос от обыкновенного старт-шоссе. Без резьбы, без ничего. Просто вот так вот одевается. Вот так вот одевается. Здесь вот зажимается. Пальцем берусь за шину, поддавливаю снизу пальцем и качаю насосом без всяких шлангов, без трубок. Но дома, имея под рукой компрессор, маслать вот этим вот насосом как-то не очень хочется. Поэтому я что делаю? Я отворачиваю этот ниппель, или не ниппель, ну да, колпачок от этого ниппеля отворачиваю. Отворачиваю вот эту контрагайку, так ее назовем. Вот. И беру обыкновенный насос. Обыкновенный насос. Ну, в данном случае у меня компрессор. Вот такой вот. Я придумал вот такой вот переходничок. Это велоаптечка, купленная в магазине. Спортмастер в данном случае. Здесь у меня клей для разбортовки камер, пластиковые такие штучки легенькие. А вот это вот переходник, ну тоже переходник, я не знаю, какую-то сумму определенную стоит. У меня был старый шланг с велосипеда. Я резинку, ну то есть резиновый вот этот наконечник с этого шланга снял и попробовал сюда, перед тем как его все выкрутил, я уже сказал, теперь попробовал его сюда. Вот он прекрасно подходит. Все прекрасно подходит. Одеваю на него шланг от автомобильного насоса. Это я его с собой всегда беру в аптечке в дорогу. Мало ли что, вдруг придется подкачать и попросить у кого-то. Все прекрасно зажимается. Вот он мой компрессор, который дома находится. И нажимаю, видите, воздух не идет. Чтобы воздух шел, оказывается, нужно перед тем, как одеть вот это все приспособление, эти все переходники, перед тем, как одеть, нужно взять и нажать вот на эту пипку, потому что она там так прилипает. Все-таки давление где-то 7 очков. Вот, сорвал я ее. Теперь спокойно одеваю.
То есть закручиваю переходник, который я сделал из велосипедного насоса под автомобильный. Переходник этот под автомобильный. Одеваю на него шланг компрессора и качаю. О, здесь у меня уже пошло дело. Сейчас где-то 5 очков. Я накачиваю, хоть там и 7, я накачиваю примерно до 5,5. Одной рукой неудобно, конечно, но смысл понятен. Еще контролирую, как обычно, как в детстве мы контролировали. Хотя тут давление мощное, продавить тяжело. Ну вот, велосипед накачан. То же самое я буду делать с передним колесом. Накачиваем эти колеса гораздо сильнее обыкновенных велосипедных, или тем более автомобильных. В автомобильных 2,2 очка, а здесь, представляете, 7-8 очков. Хотя вот такие тонкие колеса. Крепко, видать, резина. Все, всем пока.